Стоматология. Ее задача нацелена на получение наилучших достижений. Я каждый день хочу добиваться совершенного результата в своей жизни. Это не так просто. Ведь бывает, что работа достаточно сложная, но крайне интересная. Не бывает похожих пациентов, все уникальны. Я придумал философию тройного H. Это легко запомнить. Рука — hand, голова — head, сердце — heart. Именно в таком порядке мы должны подходить к работе стоматолога, и так мы должны думать. Для меня очень важно, чтобы на первом месте было сердце, и уже после сердца — голова, а потом в последнюю очередь — руки. Руки означают упражнения, тренировка, навыки. Мы должны тренироваться, чтобы изучать технологии, проходить кривую обучения, пробовать новое. Но если вы хотите действительно качественно подходить к лечению вашего пациента, то на первое место вы должны ставить сердце. Я хочу дать вам возможность лечить пациента с минимально инвазивным подходом, с максимально возможной точностью, с эстетическим результатом, что очень важно для пациента, но при этом не забывая уделять внимание функциональности. На моем мастер-классе я постараюсь дать вам возможность смотреть за моей работой в клинике в течение одного рабочего дня. Вы будете рядом со мной, а не где-то сидеть на заднем ряду в зале. Вы увидите, с какими сложностями приходится сталкиваться, мои ошибки, мой успех и множество нюансов. Это моя стоматология. Меня зовут Доминика Мастерони, и это мой мастер-класс.